Jūrmalnieki aicina. Stop! Ir labi, bet mums vēl kārtīgi jāpatrenējas līdz kurortu svētkiem. Nebija slikti, bet daudz labāk būs, kad svētkos uzstāsies paši karnevals jūti. Jūrmalas kurortu svētki būs laba diena labā pilsētā. Итак, уважаемые рижане, уважаемые радиослушатели, подключайтесь, пожалуйста, к нам. Сегодня мы поговорим с директором Рижского мотор-музея, бывшим мэром Риги Айваром Аксёноком. У нас впереди очень приятное событие. 2 июля открывается Рижский мотор-музей после грандиозной реставрации. Что мы в нем увидим? Вот вчера буквально для затравки такую вот самоходную тележку, это вот так пишут во всяком случае, а выглядит это очень любопытно, такая как скамейка. Широкая. И, да, с колесиками, получается. И вот это было представлено вчера на Домской площади. Что же мы увидим в новом музее? Вот сейчас мы узнаем. Доброе утро. Доброе утро. Надо сказать, что рижане, и не только рижане, все жители нашей страны и гости уже очень интересуется, когда же будет музей открыт. Да, что же происходит? Где наш любимый музей? Угу. Поскольку он и до реконструкции очень нравился жителям нашей страны. И надо сказать, что проделана очень большая работа за эти годы. Полностью от реконструкции произведено здание музея. Оно уже современное, со всеми современными коммуникациями, возможностями работать в этом здании. За это время было реставрировано и также и приобретены многие новые экспонаты для музея. Естественно, это не новые автомобили, но для экспозиции приобретены заново. И самое главное, подготовлена совершенно новая экспозиция, которая не только покажет эти интересные исторические автомобили, но расскажет всем посетителям музея очень много интересных, увлекающих рассказов об этих автомобилях, о истории, о разных интересных людях, которые ехали на этих автомашинах, о техническом прогрессе, начиная уже с того, что мы расскажем, как начиная уже более чем 5000 лет назад, когда человечество научилось использовать колесо, как с этого времени все развивалось до первого автомобиля, как этот автомобиль произведен. Внутри вот что-то изменилось, вот как планировка, там новое помещение, пристройки? Изменилось, но габариты здания остались те же самые. Для музея мы немножко смогли увеличить именно выставочные площади. Они будут более приспособлены для осмотра автомашин и для удобств посетителей. Ну, если раньше машины можно было смотреть только, ну, как в гараже. Спереди прошел, посмотрел, как передняя часть автомашины выглядит, то сейчас на новой экспозиции все автомашины можно будет фактически обойти кругом, посмотреть ближе, но это не значит, что их можно будет трогать и садиться в этих машинах. Нельзя, да? Это все-таки нельзя будет. Но, кроме того, в музее будет реконструирован также кафе, будет детская зона, будет место для игр детей, тоже развивающих игр. Будет, связанных по тематике как-то? Автомобилями, да? Естественно, да. Хотя музей расскажет не только об автомобилях, но в очень многом и об истории в целом. Но естественно, что это все будет через призму автомашин, да, через призму техники. Ну, надо подчеркнуть, что и будет музей доступен для всех людей. Сделана новая пристройка, в которой застроен также лифт, которого раньше у нас не было. Раньше один из наших этажей вообще был очень труднодоступным, да, только по узкой лестнице.
Так что много таких улучшений и для удобства, и для интереса. А вот этот вот самый старый в мире автомобиль, который вчера был представлен на Домской площади, Benz Patent Motorwagen, он до этого тоже был, да, у нас? Или это новое нет, что-то? Нет, это совершенно новое приобретение. Откуда Моторный он музей, появился? Мы его приобрели только в этом году. Долго искали, уже несколько лет искали такую, ну, надо сказать, что это реплика. Редкость. Все-таки, да, не настоящий первый автомобиль. Ну, понятно, да. Но мы нашли его в Великобритании, и там и приобрели. А где нашли в Великобритании? Это частная коллекция была какая-то или это где? Какая история приобретения? Вот расскажите про эту машину. История интересная, как многие другие приобретения. Она связана и с какими-то случаями. Ну, случайно, случайностями, да. Мы довольно тесно дружим с музеем Бенца. Это небольшой музей Mercedes-Benz, а именно музей Бенца. И руководитель этого музея нам дал информацию, да, что в одной такой компании, которая занимается торговлей исторических автомашин, именно исторических автомашин, таких очень-очень, ну, солидных, такая машина предлагается. И потом мы уже с представителями этой компании встретились на одной из самых крупных выставок исторических автомобилей в Германии, в Эссене. Ну, тогда уже и договорились с ними, и после этого удалось получить нам эту машину. А сколько она стоила? Машина стоила 40 тысяч... Евро? Нет, не евро, а марцинц. Фунтов? Фунтов стерлингов. Да. И вот это как бы у вас считается, у вас в экспозиции это самый старый автомобиль, погода выпуска. Погода выпуска, естественно, потому что старше его быть не может. Это первый автомобиль, который был 130 лет назад придуман, изготовлен и запатентован. Но он так интересно выглядит, как скамейка вот такая, ну, даже вот в городских парках такие скамейки вот раньше, да, были с чугунными ножками такими, только тут вместо этих ножек колеса. Получается, он автомобиль, потому что он самоходный, да? Ну, он имеет двигатель. Да, мотор. Имеет двигатель. Что там, а что там за двигатель? Ну, это одноцилиндровый двигатель, уже бензинный двигатель. А бензин какой? Там есть специальный бензин, ну, химические тонкости, наверное, не буду. То есть его на бензозаправке не приобретешь? На бензозаправке сегодня его можно заправить, но он, наверное, работать не будет. Не будет. Да, но и в этой среде исторические автомашины и предлагается, есть возможность приобрести и такое топливо, да, которое у нас стоит, тоже имеется. А он двигается? Очень много вопросов. Я попробую по порядку рассказать. Я хотел подчеркнуть, да, что у этого автомобиля не имеется карбюратор, как мы привыкли, да, где приготавливается эта рабочая смесь для двигателя, для сгорания. У него топливо испаряется. Есть специальная как бы камера, где топливо испаряется, потом этот пар уже попадает в камеру сгорания двигателя, да, где происходит уже сгорание. Вопрос был еще следующий. Можно ли на нем ездить? Можно ли на нем ездить? Да. Двигатель работает. Двигатель нам удалось завести очень легко в музее и с некоторыми трудностями вчера на Домской площади. Наверное, машина тоже волновалась, поскольку вокруг было очень много народу. И, наверное, и наши сотрудники тоже немножко волновались. Но удалось. Двигатель работает очень стабильно. И эта машина может также двигаться, но нам надо еще немножко поработать, исследовать все эти нюансы, поскольку мы действительно машину получили очень-очень недавно, фактически месяц назад только, да, и нам надо это изучить, чтобы, ну, не нанести какие-то повреждения автомобилю. Надевайте наушники, у нас есть звонок. Напомню, что у нас в гостях директор Рижского мотормузея, бывший мэр Риги Айвар Аксенок. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро. Недавно у нас был Ночь музеев, насколько вы знаете. Да. Вот у меня вопрос такой, два вопроса. Считаете ли вы правильным, что у нас таблички в музеях только на латышском и на русском? Это вам вопрос как к экс-мэру. И будут ли пояснения на русском языке в мотор-музее после открытия? Только на латышском и английском, может, или как? На латышском и английском, да, у нас. Ну, от Кара музей очень интересно. Вы сказали, интересно, это только на латышском, да, и на русском. Я, конечно, заговорил. Да, я поняла. Хорошо, я отвечу. Музей будет очень сильно отличаться именно тем, что будет автомашины не только выставлены, но что будет очень много информации. То, о котором описание, я говорил. Да, вот там, не только описание. Это будет, будет все показано очень многими интересными технологическими средствами. Да? Будет, ну, например, будет 19 таких рабочих станций, как мы их называем, где с помощью тачскрина человек может глубже и глубже и больше узнать и о этих коллекциях, об этом периоде истории, о конкретных автомашинах, и с фотографиями посмотреть, историческими фотографиями, да, то есть получить очень много информации. Будет много фильмов, будет много проекций, будет много возможностей работать самому, крутить двигатель виртуально и на самом деле, да, и смотреть, что там внутри происходит. То есть очень-очень много таких вещей. И также, конечно, традиционные надписи на стенах, аннотации и так далее. То есть информации очень много. И вся информация, и та, которая электронным способом, и та, которая традиционными надписями приготовлена, вся будет на трех языках. Латышском, английском и русском языках. Микс-ньюс. Рижский мотор-музей после реставрации открывается 2 июля. Сегодня у нас в гостях директор Рижского мотор-музея, бывший мэр Риги Айвар Аксенокс. Пожалуйста, звоните нам, если есть вопросы у вас по новостям из этого музея. 672-12-939 и 672-13-939. Это телефоны прямого эфира. Есть также у нас видеочат на портале mixnews.lv. Можно там писать, задавать свои вопросы. Да, пока вопросов там нету. И на страничке радио Болтком в Фейсбуке. Мы говорили про то, что новое появилось в здании, вот в первой части. А в экспозиции в самой какие, сколько, изменения, насколько, да, пополнилась экспозиция, что какие новые, что нового там можно будет увидеть? Может, что-то ушло. Экспозиция тоже пополнилась и немножко изменилась. Хотя надо подчеркнуть, что все те интересные экспонаты, которые у нас были до этого, также будет в музее, их можно будет осмотреть, им будет отдано достойное место. То есть никакой экспонат не покинул музей, да? Практически нет, да, практически нет. Если есть какие-то, может быть, небольшие изменения, конкретная какая-то машина, может быть, поменялась на такую же другую, поскольку надо сказать, что мы очень хорошо сотрудничаем также с частными коллекционерами, и несколько машин музея выставлены, которые являются их имуществом. Да. Они иногда хотят на них тоже участвовать в каких-то мероприятиях, выехать. Так что мы стараемся больше увеличить именно нашу часть, поскольку в отличие от предыдущей версии музея, каждое место машины, ну, больше оборудовано информацией, особым таким подестом под эту машину. Да, постаментом таким. Да, постаментами под машины. Новые экспонаты будут, которые приобретены и которые также реставрированы. Мы, конечно, всегда стараемся больше рассказать об истории автомобилестроения также нашей страны и то, что связано с нашей страной. Ну, одним из автомобилей, которые мы приобрели, тоже долго искали, приобрели, и несколько лет он был в реставрации. Это автомобиль, на каком, я, к сожалению, не могу сказать, на котором, но на каком ездил президент Латвии Кārlis Ulmanis. Да, эта машина тоже будет выставлена. То есть это вот выставлено, приобретено за время, пока реставрировался музей, да? А где его приобрели? Эту машину мы... Таких машин вообще в мире было... Как она называется? Это марки Cadillac All-Weather Phaeton. Машина очень интересная, как сама машина интересная. И таких было произведено очень немного в то время. Именно поэтому было трудно найти такую же машину.
и нам удалось найти почти с таким же номером шасси. То есть рядом они были произведены с той машиной, на которой ездил Улманис. И нашли мы эту машину в Соединенных Штатах Америки. Ну, не реставрированную. Тоже в частной коллекции? Да? Это была частная коллекция, да, да. Надо сказать, что сотрудничаем мы с коллекционерами из многих стран, поскольку... А кто на ней ездил, может, с какими-то знаменитостями? Нет, на ней особенно никто, ну, не ездил. Ну, я имею в виду то, что, чтобы мы знали, какая-то особая личность. Да. А, собственно, машина, автомобили, произведенные в Латвии довоенные, у вас есть же экспозиция? Машины, произведенные в Латвии, также имеются. В Латвии, ну, вы знаете, что времена в Латвии были разные, да. Латвия когда-то была в составе царской России, да. Потом была независимая Латвия. У нас фактически что-то осталось от всех этих времен. Ну, надо сказать, что в Риге была первая автомобилестроительная фабрика в царской России, это Русобалт, да. Русско-Балтийский вагонный завод, где было открыто автомобильное отделение и производились Русобалт автомобили. У нас это уже раньше был в экспозиции, пожарный автомобиль Русобалт, он и сейчас будет осмотрен. В 30-х годах в Латвии был создан завод Ford Virox, где под лицензией Ford производили и грузовые, и легковые автомобили, также автобусы. У нас имеется в экспозиции две немножко отличающиеся автомобили Ford Virox, легковые автомобили, и, естественно, будет рассказ об этом заводе, и надо сказать, что целый этаж в музее теперь будет, который расширен, он будет посвящен именно производству в Латвии, производству в Риге, как очень крупному городу и развитому городу в начале прошлого века. И не только об автомобилях, да, но расскажем также о производстве, ну, как таковом. Да, в Риге производились очень много велосипедов. Еще и велосипеды остались, старые. Сохранились. Велосипеды как все-таки остались больше, чем автомобили. Да? Велосипедов сохранилось много. Но мы расскажем и о велосипедах, и о мопедах. Да? Вы знаете, что был очень большой завод в Риге, который раньше был независимой Латвии до войны. Был завод Эренпрайс, который производил велосипеды. А потом, да, а потом он, после войны он уже стал Сарканазвайгсен, стал производить мопеды Рига, которые очень известны были. Да, да, очень известны. Были в Риге и в Советском Союзе, и за границей. Расскажем, естественно, о заводе RAV, который микроавтобус производил для всей Восточной Европы. И расскажем также о многих, может быть, менее известных фактах об этом заводе. Ну и, кроме того, посетители музея не смогут во всем этом в какой-то мере участвовать. Поехать в путешествие в колхозную свадьбу, сфотографироваться на, ну, то время Комсомольской набережной, да, было? Кажется, и так далее. Да, то есть немножко аллегорий, но это тоже будет все, что можно будет сделать. Вот Миша, у нас звонок, сейчас извините, примем, да. А потом мы продолжим. Да, пожалуйста, слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Вот у меня такой вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, будет ваша экспозиция электромобилей, которые обслуживали Олимпийские игры в Москве в 1980 году, которые были впервые созданы в Советском Союзе латвийскими предприятиями. Спасибо. Сохранились ли они вообще? Да, да, у нас будет выставлен автомобиль RAV, который был электрический автомобиль, и у которого очень большую часть автомобиля занимали аккумуляторные батареи. Да, он будет выставлен этот. Сохранился? Он сохранился, мы тоже его визуально реставрировали, этот автомобиль, да, так что он будет иметь свое достойное место в выставке. Кроме того, будет еще один олимпийский автомобиль RAV выставлен, который сопровождал олимпийский огонь из Греции в Олимпиаду в Москве в 80-м году. Да, так что этот автомобиль тоже выставлен. А вот знаменитый автомобиль Сталина, Брежнева, они же по-прежнему. А других вождей вы не приобрели больше никаких
автомобилей? Приобрели, как я уже говорил, несколько. Я о всех, может быть, говорить не буду, но мне очень радует, что мы стали богаче именно автомобилями начала прошлого века. Да, если раньше у нас фактически, начиная с каких-то 12-19 года экспозиция началась, да, то сейчас уже два автомобиля будет от 1903-1904 года, да, который, не считая уже 1886 года, который мы раньше говорили, да, так что более старый период сможем показать. А какой у вас, по вашему мнению, самый ценный экспонат вашей коллекции? Этот вопрос мне задают очень часто, очень часто. Как мы знаем, и в жизни ценности бывают очень разные. Нет. Есть человеческие ценности, исторические ценности, денежные ценности, да. Для нас, несомненно, для музея, для Латвии, я считаю, самый ценный – это русо-балтийский автомобиль, русо-балт, этот пожарный автомобиль. Он как-то и для души, для всех, и сотрудников музея ближе всего. Такого другого уже не будет, да, он единственный. Если так и смотреть в денежном плане, самый ценный автомобиль, да, тогда это, безусловно, это гоночный автомобиль «Auto Union». Для горных гонок, который как военный трофей он был перешел в Россию после войны из Германии, и в 70-х годах латвийские коллекционеры автомобилей, тогда уже создан был клуб антикварных автомобилей, и этот гоночный автомобиль он был предназначен, чтобы разрезать на заводе уже как ненужный в Москве. Ну и удалось об этом узнать, они спасли этот автомобиль, привезли в Ригу в очень плохом состоянии, частично реставрировали, но там уже требовались больше средства, больше знаний, и уже в 90-х годах этот автомобиль был реставрирован капитально в Великобритании. И он сейчас имеется в коллекции. Правда, он тоже уже считать оригиналом его сложно, поскольку практически все заменено. Переделан уже, да. Надевайте наушники еще, пожалуйста. Есть звонок у нас. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Сразу скажу, что это один из самых любимых музеев, как бы в Риге, для меня лично. Да. А вот с этим автоунионом, верна ли эта легенда, что когда его какой-то коллекционер, то ли немец, то ли англичанин, увидел, он вам предлагал за него половину своей коллекции, чуть ли не отреставрировать и построить новое здание музея автомобильного в Риге. Что действительно настолько ценнейшая модель, что их в мире осталось два или три только. Mm-hmm. Это да, вот спасибо. Тот, который на втором этаже стоит такой, mm-hmm. как торпеда такой, серый. Вот про это идет разговор, спасибо. Да? А может, уже не на втором, уже, вы же не знаете. Да, вопрос понятен, и надо сказать, что эта легенда действительно правда. Это правда, да. Это было еще в советское время, когда клуб антикварных автомобилей только мечтал о том, чтобы можно было построить музей для автомобилей, для истории автомобилей. Тогда действительно был человек, который предлагал построить новый музей. Я где-то в старых документах музея даже видел какие-то эскизы, какой музей был предложен. Хорошо, что это не состоялось тогда, потому что музей, он, наверное, был бы раза 4 меньше, чем он сейчас, да. Это было бы небольшое здание. Но это послужило хорошим таким толчком, поскольку советские в то время институции не могли такой позор позволить, что кто-то из-за границы за один автомобиль строит музей. Тогда легче было уже после этого продвигать вперед идею музея, и тогда уже после этого нашлось финансирование, и действительно удалось эту мечту реализовать. Получается, он немножко подстегнул, да? И что касается второго вопроса, естественно, этот автомобиль находится в нашей коллекции, будет выставлен. Он и раньше был как бы в таком центральном месте, да, но сейчас будет еще более центральном месте, где это увидите уже, когда посетите музей, но может быть, чуть-чуть раньше. Это тоже
как сюрприз, бы, интрига. Да, да. Ясно, хорошо. А вот, скажем, могут ли попасть в ваш музей, скажем, вот автомобили президентов уже Латвинова времени, там президент, машина Вайры, там Вики Фрейберги, там, и, там Заклерса, теоретически. Есть у них шансы, да, да, такие? Теоретически, да, но поменялась как бы вся система приобретения автомашин. Сейчас уже автомашины, особенно которые в государственном секторе, их уже не приобретают, их арендуют, uh-huh. да, и он потом уходит обратно, да, и может быть потом уже и владелец, ну, это фирма, которая арендовала эти машины, иногда они и продают эти машины с этим рассказом вместе. Это легендарная машина, на которой Вайра Вики Фрейберга сбила корову в Литве, например. Какой бы был бы экспонат, да? Наверное, уже и не найдешь. Ну да, да, это уже не найдем. Да. Ну что, звонок еще, пожалуйста, надевайте наушники, слушаем вас. Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, в киногородке в Синевилле, да, выставлено некоторое количество старинных автомобилей и военная техника, и в том числе пожарный Русабалт, но все в таком жутком состоянии, полуразобранном. А эти машины разве не представляют интереса, хотя бы как доноры для запчастей? Угу. Спасибо. Спасибо. Да, очень такой хороший, интересный вопрос. Я когда в Синевилле первый раз сам поехал, тоже удивился, как же Русабалт стоит, да? Uh-huh. Но это фактически не автомобили. Это сделаны такие макеты, специальные, да? Как бы макеты для снятия фильмов. Декорации. Да, да, в этом плане для снятия фильмов. Они даже неплохо сделаны, да, их можно передвигать и так далее, да, они иногда даже, может быть, какой-то интерес представляют, да, но называть их автомашинами все-таки нельзя, uh-huh. да, они сделаны специально для фильмов. И музеи, конечно, мы стараемся все-таки, чтобы автомашины были очень близки к оригиналам. То, что мы иногда здесь говорим, там реплика или реставрирован близко, какой он был раньше, да, это относится только очень таким важным экспонатам, которых уже нет возможности этот оригинал получить или реставрировать в соответствии с оригиналом. А вот Бауский филиал у вас как бы преобразился, изменился или в связи с этой реконструкцией? В Бауске мы эту реконструкцию и этого здания, и экспозиции произвели уже несколько лет назад. Да, ну вот сейчас ничего там нового не поменялось? Сейчас в Бауске таких очень больших перемен нету, uh-huh. но Бауск служит для нас и как бы таким местом, где мы можем оперативно менять эти автомашины, да, и, uh-huh. и которые в Рижской экспозиции, которые в Бауской экспозиции, которые участвуют в мероприятиях исторических автомашин. Поэтому Бауская экспозиция довольно часто меняется. И там, может быть, не настолько значительно, но автомашины там меняются, и там тоже всегда человек что-то новое для себя сможет найти. Тем более, что там еще и экспозиция сельскохозяйственной техники. А часто ли к вам кинематографисты обращаются? Стран, они обращаются часто. Если мы могли бы удовлетворить их желания, наверное, бы еще чаще они обратились бы к нам. Но наши машины предусмотрены все-таки для сохранения. Они все очень, именно с исторической точки зрения, очень ценные, очень редкие. И мы не можем их позволить передать для снятия фильмов. Хотя отдельные случаи, конечно, есть, когда это действительно необходимо. Но больше в этой работе участвуют частные владельцы исторических автомашин, которые, может быть, у них там одна, две, три автомашины, да, они легче ими оперировать, да, и, ну, может быть, и каким-то образом. Они предлагали какой-нибудь такой сценарий, где эту машину, допустим, не просто ей там взрывают или там еще что-то разбивают? Страшно слушать даже. Ну, да, просто последнее время уже нет, хотя для нас уже, если говорят, что там будет, ну, какая-то группа ехать на этой машине, для нас это уже звучит похоже тому, что его собираются взрывать. Ясно. Директор Рижского мотор-музея, бывший мэр Риги Айвар Аксенок у нас в студии. Звоните 672-12-939, 672-13-939. А, в принципе, вот ваши экспонаты, они на ходу все? Фактически, можно сказать, что да. Но у каждого совершенно
разное время необходимо, чтобы... Ну, завести. Завести, да. Есть автомашины, которые, да, можно завести, можно, можно участвовать в мероприятии, но есть, которые, может быть, это и ну, займет год, чтобы его завести. А вы все можете, вы сами можете все завести машины, которые там есть? Ну, я только что говорил, да, что, может быть, иногда год нужен, чтобы не, завести. Не, я понимаю, но машину. Я имею в виду вы лично. Да. Лично. Да. Вы знаете, там, что крутить, там, включать, да, что... Нет, я не хочу этим, не хочу этим хвастаться, и один, даже, может быть, наш самый опытный сотрудник не может это сделать, да, у нас работает команда, да, и... То есть некоторые автомобили надо командой заводить, ну, да, вот если всей? Посмотрели передачу вчерашнюю из Домской площади, да, то тоже там видели какая-то командная работа, да. Да-да-да. И не только командная работа, может быть, физически, но и умом, да, все-таки у каждого какие-то свои знания, свой опыт, это все надо сложить вместе, и тогда это интересно, и получается. Это просто когда современный автомобиль заводится, так, тут нужен целый консилиум, чтобы ну, действительно да, 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 завести. Да, 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 рядом с музеем пишут, нам есть пристройка, когда начнет работать ЦСДД? Ну, ЦСДД работает уже с 1 марта в этом здании. Новое здание было сдано в эксплуатации несколько раньше, и ЦСДД там уже работает. Есть звонок еще, надевайте наушники, пожалуйста, слушаем, здравствуйте. По поводу автомобиля вот завести, а вот как с моторными маслами? Вот они подходят, современные моторные масла для этих автомобилей, жидкости? Вот как с этим вопрос решается? Да. Мне интересно, или это все-таки что-то другое было совершенно в те годы, когда они гол какой-то заливали? Да, поняли вас. Спасибо. Нельзя сказать, что совершенно что-то другое, да, и многое из современных материалов можно приспособить, иногда с помощью каких-то специальных добавок. Но надо сказать, что индустрия исторических транспортных средств во всем мире, она очень развита. И есть фирмы, которые специально готовят такие материалы. Ну, они, конечно, их нельзя купить в каждом бензоколонке, да, или в магазине, но в интернете их можно найти, можно заказать, эти добавки можно найти и также заказать. Ну, не говоря даже о колесах, да, даже шины производятся специально для исторических автомашин, даже вот, которые раньше были белого цвета, да, они не черного цвета, так что это все можно найти, и люди, которые занимаются этим, ну, тоже знают, эти, да, каким образом. Еще один последний звонок уже на сегодня, будем заканчивать. Пожалуйста, слушаем, здравствуйте. 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 Очень хотелось бы знать, где он находится, этот мотор-музей. Ну, здрасте. И когда его можно будет посещать. Ну, вот я такой человек. Ничего, все нормально. Каждый имеет право на информацию. Я думаю, это очень радует, такой вопрос. Это значит, что... У вас будет новый посетитель. Да, да, что будет новый, более широкий круг посетителей. И я только рад, что могу сказать, да, что музей находится в Риге, находится на улице Сергея Эйзенштейна 6. Да, Мерсемс, это Мерсемс, да. Да, да, можно доехать на общественном транспорте. Еще, может быть, хочу сказать, что музей находится рядом с Битернекской гоночной трассой, да, и мы работаем уже тесно в одной организации, Битернекская трасса и моторный музей, и одна другую пополняет, и исторические машины ездят по этой трассе, и в музее будет одна часть экспозиции, которая будет посвящена именно истории спортивных автомашин, мотоциклов, и там тоже с помощью интересных таких интерактивных оборудований можно будет, ну, даже почувствовать в роли комментатора гоночных соревнований. Ну, в общем, в любом случае, если вы приедете в Мерсемс, вот доедете примерно до того места, вы сразу увидите, не заблудитесь, там увидите этот это музей, здание, конечно, с характерной решеткой знаменитой. Да, ну, откроется он 2 июля официально. Июля. Открытие 2 июля. Поэтому как бы до этого вот музей закрыт, так что можно ходить вокруг только пока смотреть. Да, но вот тогда и будет все самое интересное. Так что приходите в музей. У нас сегодня был его директор, бывший мэр Риги Айвар Аксенок. Спасибо и удачи вам. До свидания. Спасибо.